Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Это очередное видео про резные рукояти. Появились новые модели, модели те, которые я показывал в отдельном видео. Но, например, некоторые даже уже обрели хозяев. Вот это из рога Тура. Тигр такой. Надо было вписать вот в узкую такую рукоять голову тигра. Ну, естественно, у тигра широкая морда. Ну, все, что можно было вытянуть из ширины. И здесь обыграно, что тур горит при полировке. Вот я его обыграл цветом. Выделил морду. Вот пасть, нос. Здесь подчеркнул скулы вот такие вот. В общем, вот это так первый. Это тоже, скорее всего, нашла своего уже хозяина. А здесь была вот это рог оленя. Здесь было продолжение рога оленя, чуть-чуть кривоватое, надо было выровнять, но вылезли поры, поэтому я заменил на рог лося. Он очень белый, прямо очень сильно отсвечивает. Вот я взял из такого куска, вообще без пор. Чуть подвинь камеру. И этот. Вот он получился такой, здесь черные это проставки из рога буйвола. И вставлены вот по всей длине такие стержни 3-мм из латуни. Вот они в пасти у них. Вот одна вверху, одна внизу здесь. Вот по всей длине. Очень такая выемка, очень удобная рукоять. Очень приятная. Блестит, красиво. А, и зубы сделал из кости. Здесь белые зубы, они очень сильно белые. Отличаются сильно, прям выделяются. Вот, не знаю, я показывал. По-моему, я его показывал. Зря я в это видео вытащил. Показывал я. В общем, вот такая вот рукоять с таким куском. Буйвола, скорее всего, сюда поставить. Я думал, не показывал. Сейчас помню, показывал. Жаль. Эти показывал 100%, я знаю. Ну, чтобы были в одном видео все. Это вот темные, то, что я рассказывал. Копии делал из того, что видел в интернете. Только вот сделал из кости таких волков. Тыльники не снимаются, тыльники посажены уже. А по всей длине здесь отверстие. Здесь оно пористое, вот это рог оленя. Рог оленя с таким розовым отливом. Вот это с розовым отливом, вот. А здесь более такой оранжевый отлив. Оранжевый и розовый рукоять. Интересно, обе одинаковые примерно. Здесь так. Здесь вот так. Ну, это, как говорится, скопировал, когда учился. А вот это вот у обоих больстера одинаковые. Вот можно их, в принципе, убрать отсюда, поставить на какой-то другой нож. Здесь поставить более мелкие. Ну, это вообще на любителя. Кто как, что хочет. Вот, хочу тему назвать, там, скелетики или черепочки и тому подобное. Поэтому у меня аж 4 рукояти связаны с этой темой. Вот такая вот работа. Это черный рог буйвола. Это рог оленя. Стержни латунь. Вот досюда отверстие здесь. Такая змея. Два черепа. Еще такая работа. Очень удобная рукоять. Даже несмотря, что здесь вот такой череп, очень приятная в руке. Ну, эргономичная, как говорится, только единственное, вот здесь вот, если вот так поставить больстер, вот он. Относительно больстеров, каждому из черепочков я отлил целиком такую большую плиту, давно еще. Такой хаос, латунь. Специально что-то подобное я собирался сделать, связанное с такими черепочными темами. Вот у каждого из 4 будет такой больстер кусочек. В общем, можно вот такой выделить. Вот относительно такая самая из, не знаю, необычное такое домино. Я так назвал. Это работа с рога буйвола и рога оленя. А, вот здесь, к сожалению, при полировке он упал у меня. И откололся весь кусок. Вот здесь видно клей. Ну, в принципе, при монтаже это можно срезать.
Клеил я его на суперклей из гель, а в конце вот этот кусочек клеил на эпоксипол, да, прозрачный эпоксипол. Здесь тоже есть по всей длине штифт латунный, 3-мм. Вот здесь он проходит, и вот здесь уходит. В общем, она вот такая рукоять, она длиннее, чем другие, но очень удобно. Вот здесь, как получается, тыльник для череп. Здесь можно вот так вот, в упор. Ну, конечно, это чисто вот эти полочники у меня, но их вполне можно функционально использовать, там, похвастаться, взять с полки, что-нибудь порезать, возьму вот этот. Почти то же самое, черепочки только белые, и здесь уже у меня такие панки с волосами, здесь такие кусочки костей. Я специально вот обграл, сжигаю вот эти места, получается, как будто кости такие вот, ну, уже отлежалые, такие бывают они. Здесь тоже упор кость такая. Здесь тоже кости. Вот здесь уже панк, волосы такие. Ну, довольно-таки необычно рукоять, но она очень тонкая по сравнению с остальными. Вот у меня есть клиночек М390. Это от Анзара. Была эта полоса. Слесарил не я, а слесарил другой человек. И, в общем, вот примерно я вот как предполагаю, вот так должно быть. Вот оно, чтобы на фоне смотрелось. Вот он такой длинненький. Здесь надо хвостовик, естественно, подточить, потому что это финоподобный такой. Все до конца у него спуски. Примерно вот под него я как бы условно делаю. Я под какие-то клинки специально делаю, чтобы посмотреть. Вот самый последний из тех, которые есть, и он самый неудобный, если честно, я скажу, вот. Ну, самый необычный. Таких я не делал, именно таких вот. Это рог. Это вот эти рога оленя и рог буйвола черный. Здесь то же самое. А вот здесь вот это рог тура. Вот это с двух цветов. Черный, черный и белый. А это рог оленя. Вот, если в руку взять, ну вообще ерунда какая-то, если вообще все в руке, тут неудобно вообще. Ну, если вот так вот поставить здесь клинок, это вообще очень необычная работа получается. И она должна быть вертикальной, она стоять. Вот. Конечно, это не от него клиночек. Вот вертикально, если поставить, это получается как будто здесь такое что-то вроде огня или такое вот. Они выходят из этого, вылетают из этого огня. В общем, вылетают такие неупокоенные души, такие вот. В общем, вот такие вещи. Ну вот, очередная серия пока закончена. Если что-нибудь новое будет, обязательно покажу. Всем счастливо. Спасибо, что смотрите, что на канале находитесь. Всем здоровья.